Человек легко в нем вместится, думаю. Это хорошо для начала этого микрорайона, чтобы хотя бы создавали здесь среду православную. Здесь вот я вижу много детей, много молодых лиц. Это будущее нашего города. Поэтому я думаю, что если мы с вами этот храм будем посещать постоянно, то будем с вами духовно расти, совершенствоваться. Вот. И самое главное, чтобы мы возрастали с вами в любви и в стяжании благодати Старого Духа. Вот что желаю вам, отец Анатолий, вы много делаете, не только для прихода, но и для общественной жизни города, вас знают многие, поэтому желаю помощи Божьей в ваших трудах и заботах об этом приходе. Много вам благая лета. Прошу вносить медаль. Иерей Анатолий Первый, настоятель храма святого Василия Великого, Васильевой рощи города Санкт-Петербурга, награждается медалью святаго Первоверховного апостола Петра благословение за усердные труды во славу Святой Церкви. Аксиос! 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 Аксиос!
Ермошкин Павел Петрович награждается медалью святой мучи Татьяны за труды во благо святой церкви. Аксиос! 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 Мельников Дмитрий Владимирович награждается грамотой благословения за усердные труды во славу святой церкви. Аксиос! 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 Крестьянинов Леонид Михайлович награждается грамотой благословения за усердные труды во славу святой церкви. Аксиос! 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 Андреев Александр Викторович награждается грамотой благословения за усердные труды во славу святой церкви. Аксиос! 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 Соловьева Татьяна Васильевна награждается грамотой и благословением за усердные труды во славу Святой Церкви. Аксия! 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 Аксиос! Дорогой Владыка, спасибо вам за то, что вы посетили наш приход. Спасибо, что преподали нам ваше архипастырское благословение, за то, что нашли время. Мы знаем, что у вас очень много забот во славу нашей церкви, что вы не только в Санкт-Петербургской епархии хранятся, но у вас много трудов еще в патриархии. Вот этот день нам запомнится, конечно, для нас очень важно. Вот низкий вам поклон от всех жителей Осиной Рощи, от прихожан, от нашего клироса. Мы будем стараться, мы будем развиваться. Здесь еще мы хотим еще больше храм строить, есть уже намерение. Мы подали документы на землю. Вот. И вам Божьей помощи, сил и... Немного и благая лето. Спасибо. С праздником всем. Проходим дело.